Мы здесь из-за мальчика. Пожалуйста, это просто напуганный маленький мальчик. Это дьявольское отродье обрушило ад на всех нас. Пожалуйста, умоляю вас. Возьмем его! Заберите мальчика! Назад! Все вы! Вы не сможете остановить всех нас! Тогда я начну с тебя. Они здесь! Подожди! Я должна помочь! Оливия, эти твари разорвут тебя на части! Я не могу оставить их, Астрид! Пожалуйста, мы все еще можем спасти людей. Вместе. Хорошо. Ради Фейт. Ради Эрика. Спасибо, Рэйчел. Так, что дальше? Мне нужно подготовиться к ритуалу. Встретимся в фонде, когда будешь готова. Рэйчел. Это сработает. Так и должно быть. Привет, мать. Почему ты здесь? Мы знаем, что ты намерена сделать. Это не сработает. В каком смысле? Вознесение. Христос все неправильно понимает. Рэдклифф ошибся. Другого мира, свободного от мора, не существует. Только наш. Ожидание спасения от прибытия великого эмпата. Барбара и Аврора. Это такая же ложь, как и вестники. Нет. Великий эмпат — это спаситель. Величественный. Но и ужасающий тоже. Если придет сюда, то без ответа. И это поглотит наш упадок. Но и все остальное вместе с ним. Как нам это остановить? Должна быть принесена жертва. Тот, кто перенес достаточно бедствий, и он умерит свой аппетит при употреблении. Ты не заберешь мою дочь. Ты мать нашего благословенного. Или же нет? Есть ли больше любовь, чем жертва матери ради своей дочери и для всего мира? Фейт, милая, ты можешь пойти поиграть там? Эй, я здесь, я почти закончила. Тебе что-то нужно? Хранил ли Ксавьер какие-либо сообщения Рэдклиффа при себе? Что-нибудь, чтобы он хотел скрыть от остальных? Если бы что-то действительно было бы такое, зачем тебе это понадобилось? У нас уже есть книга об Вознесении. Я просто хочу кое-что понять. Назову это душевным спокойствием. Что там такое? Ксавьер мне никогда не говорил. Я нашла это в кабинете после того, как он ушел. Но у меня так и не нашлось времени открыть это. Черт! Что это? Это дневник Рэдклиффа. Как это попало к Ксавьеру? В моих беспокойных снах я вижу их несчастные лица. Я слышу их пронзительные крики.
Я чувствую, как распухли их сердца. Я там, но в то же время нет. Их агония становится моей собственной. Я желаю смерти, хотя она никогда не наступит. Нас ждет гораздо худший негодяй. Рэйчел, возможно, это не суждено нам читать. Очиститель или мор, я не знаю. Потому что они часто кажутся мне одним целым. Неразличимым. Хотя моя измученная душа рада, когда я смотрю в его черный взгляд без век, я вижу, что это тоже я. Я не понимаю. Очиститель, мор, великий эмпат. Что если это одно и то же? Что? Это прямо здесь. Даже Рэдклифф не мог отличить их друг от друга. Возможно, вестники были правы. Ты думаешь, этот великий эмпат здесь, чтобы спасти нас? Это больше похоже на монстра. Я не знаю. Рэйчел, ты не можешь позволить лжи затуманить твой разум не сейчас, когда мы так близки к спасению твоей дочери. Криста, Рэдклифф пишет, что фонд не был единственной группой, исследующей тайны увядания. Есть еще кое-что, чего мы не понимаем. Итак, откуда мы знаем, что вознесение сработает? Ну, так должно быть. Ты им нужна. Я люблю тебя, Астрид. Хауген. Я. Иди. Мама! Орсон! Скорее! Я здесь покараулю. Фейт, стой! Фейт? Джой? Что случилось, Рэйчел? Не пора ли приступить к ритуалу? Нет, это все нереально. Иди посиди со мной, Рэйчел. Джой, я... Я сказала, сядь! Хорошо, теперь произнеси слова. Я сделаю это вместе с тобой. Я опустошена. Мои слова горе. Мои деяния гнили. Скажи это. Я опустошена. Мои слова горе. Мои деяния гнили. Но я не заблудилась. Священным клинком я избавлюсь от своего недуга. А теперь дай мне свою руку. Твое запястье. Нет. За то, что ты сказал мне сделать. Ты сказала, что это спасет меня. Я. Прости меня, Джой. Если бы я не сомневалась, возможно... Может быть, ты была бы жива. Ты действительно думаешь, что я умерла из-за твоих сомнений? Монстр, он пришел и... Нет. Рэйчел, ты убила меня. Нет. Это не то, что произошло. Я пыталась дать тебе новую жизнь. Я помогла тебе, помнишь? Мы согласились, что тебе нужна помощь. Ты не оставила мне выбора. Ты сказала мне, что я сломлена и не подлежу восстановлению. Только фонд мог меня вылечить. Но когда это не сработало, ты убила меня, чтобы сохранить лицо. Нет, нет, этого не происходило. Я бы никогда... Что сделала? Скажи это. Пожалуйста, остановись. Скажи, почему ты убила меня?